Казанский федеральный университет и компания BP Exploration Operating Company Limited абсолютно убеждены в том, что талантливых и перспективных студентов нужно поощрять. Именно поэтому данная компания запустила программу поддержки студентов, получающих образование в сфере энергетики и нефтегазовых технологий. Это отрасли, в которых компания BP является экспертом, а значит, способна выявить таланты. Инициативность студентов находит поддержку. Представившие свои проекты учащиеся в КФУ получат грант в качестве поддержки своих проектов. Участники программы ежегодно могут стать студенты и исследователи, чьи научные интересы лежат в области, связанных с энергетикой, нефтедобычей и нефтепереработкой. К слову, в Казанском федеральном вновь состоялся ежегодный отбор новых соискателей стипендий. В течение всего дня представители компании проводили собеседование с новыми энтузиастами, решившими побороться за свой шанс. Весной мы собеседуем бакалавриат и студентов специалитета, и осенью магистратура, аспирантура. А также мы даем гранты, 5 грантов на университет, молодым научным коллективам. Задача представителей компании была очень трудна, потому что достойных студентов и аспирантов гораздо больше, чем стипендий, которые выделяет компания. Очевидно, это был сложный выбор. Да, проекты замечательные, их всегда очень много, конкурсы очень высокие. В этом году было подано что-то порядка 40 заявок при наличие того, что будет только выдано 5 грантов. Поэтому, соответственно, конкурс действительно очень высокий. Весь день для представителей компании и студентов КФУ выдался напряженным. После проведения собеседования студенты публично защищали свои проекты. Отбор претендентов осуществляется дважды в год – весной и осенью. А поучаствовать в конкурсе может каждый, кто достиг значительных успехов в учебе и научной работе. Приятным завершением мероприятия стало вручение почетными дипломами тех стипендиантов, которые добились успеха на предыдущих слушаниях. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.